Как заблокировать приложение на устройстве Huawei Enjoy 20 SE? Открываем настройки, затем выбираем безопасность, после чего выбираем личное. И тут вы можете хранить файлы, фото, что угодно, это я уже показывал. Но для приложений нажимаем блокировка приложений, нажимаем включить, выбираем каким образом будет блокироваться приложение, вернее чем. Паролем блокировки экрана, то есть тот, который нужно вводить при разблокировке, либо же будет свой какой-то отдельный пин-код. Я выбираю отдельный, два раза придумываю какой-то любой код и отвечаю на секретный вопрос. Точнее, не отвечаю, а создаю ответ на случай, если вдруг я забуду. Ну, конечно же, я писал на рандоме, думаю, вы понимаете. Окей, и какие приложения обычно люди блокируют? Ну, галерею блокируют, ну, браузер блокируют. Ну, книги. Книги однозначно многие блокируют. Ну, все. Теперь блокируем телефон, пробуем его разблокировать. Видим, что он у нас спокойно, свободно разблокируется. И теперь мы пытаемся открыть приложение книги. Для них нужен пароль. Пробуем открыть приложение браузер. Для него тоже нужен пароль. Вот так вот, короче, и работает блокировка. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч. До свидания.